Я попрошу всех капитанов подняться на сцену. Каждый из капитанов получает по коробочке. Ну, не в смысле по голове, а в смысле по коробу. Внутри костюм. Вы должны за полчаса поставить номер, придумать номер, а потом станцевать номер, который отыграет этот костюм. То есть задача капитана — попасть в образ и раскрыть его. Помогать ему сможет вся его команда. Вперед, выбирайте свои костюмы и вон отсюда репетировать. Какая акула! Акула! Костюм акулы! Акула! Костюм этого! Наверное, клоуна. Да, куда? Наверное. Советского клоуна. Данил звонил знакомому клоуну. Они долго разговаривали, в конце он расплакался. И вот номер родился в муках. Нас всех, злых людей. Мне кажется, этот номер каким-то образом связан со мной. Мне кажется, что тебе как раз очень хорошо удалось поймать то, как играет музыкальная шкатулка именно с этим твоим переходом, потому что здесь была тонкая грань. Либо ты сделаешь очень быстро, либо очень медленно. Но самое главное, мне кажется, этот был не танец человека, это был танец сердца и души. Спасибо. Евгений. Я просто хочу сказать браво, поаплодировать.